Доброго времени суток всем, кто зашел в гости. Гости на ужин. После вчерашнего неудачного захода в кино, я вчера ходила на два фильма, оба фильма мне не понравились, я ушла. Был новый фильм с Лаем Нисоном, мне не понравился какой-то детектив, где много говорили, ничего интересного, я ушла. Ну, возможно, я смотрела не на русском, а на французском и не все понимала, поэтому я свалила. Потом я пошла на «Человек муравей», что-то такое, экшен. Это вообще была билиберда какая-то. Я мучилась, а товарищ сидел, который и снял носочки рядом со мной. Не носочки, он кроссовки снял, чтобы я нюхала. Подтолкнул меня к тому, что фильм лучше покинуть. На обратной дороге я решила купить сока. И зайдя в магазин свой поблизости, я наткнулась на макарошки итальянские. Вообще, очень много итальянской продукции выбросили. В принципе, она почти по той же цене, что и французская, допустим, или классические производители. Но она разноцветная, мне понравилась, я решила взять. Итак, я взяла макарошки за евро 49, спагетти евро 99. И я взяла томатный соус с базиликом за евро 29. Ну и сок у меня 2 евро. Я зашла за соком, но набрала вот эти продукты. Специально думала, вот что-то приготовить на вечер. Что сегодня будет? Я возьму одни макарошки, спагетти я оставлю на выходные, наверное. У меня у вас есть томатный соус с базиликом. Я себе сделаю бок чой. Но это лично мне, если у кого нет, тот не делает. И у меня есть кусочек рыбки. У меня есть треска. Кабио. Брала я со скидкой 1,5 евро, тут 100 грамм. Немного там 115, где-то так вот. Вот будут макарошки у меня отваренные. А сверху станет соус томатный, и в томатном соусе будет рыбка. Ну, из овощей у меня будет капусточка. И все по-быстрому, за минут 15-20 я сейчас приготовлю. Иногда что-то не складывается как хочешь. Пошла на два фильма, оба неудачные получились. Но зато на обратном пути зашла, и пол магазина была забита итальянская продукция. Я там еще кое-что присмотрела, но подумала, может быть, чуть позже возьму. Там была целая стойка, и все, итальянские макарошки разные, соусы. Ну, как-то все сразу брать, ну, накладно, скажем так. Поэтому взяла часть, то, что сейчас можно по-быстрому приготовить. Вот, спагетти, макароны и соус. К макарошкам у меня еще немного пармезана. Ну, начну я делать вок из капусты. Она, допустим, 2 минуты где-то томится в кастрюльке, в сковороде вок. Я вначале сделаю капусту за 2 минуты с корень имбиря, чесночок. И потом сниму капусту отдельно. Добавлю на ее место соус томатный. Опущу рыбку в этот соус томатный. Я не буду ее обжаривать в муке. Она тогда будет корочкой покроется. Добавлю лук-порей еще к этому соусу. На 2 минуты сковороду сниму вок. Она будет горячая, закрытая крышкой. И у меня уже есть кипяток для макарон. А потом все быстро соединю. На простом растительном масле чесночок, корень имбиря, и тут же туда отправляется капуста. Минуты на 2. Соль, перец. Капусту пожарила 2 минуты для себя. У кого нет, тут не жарит. На ее место в сковороду, где был чесночок, где был корень имбиря, налила соус, который у меня был готовый. Лук-порей добавила немного оливкового масла и закинула целый кусочек рыбки. Не резала его. Рыбку уже сняла. Она горячая, добавила зелени сверху на соус и вернула обратно кастрюльку с кипящей водой. И сейчас отварю макарошки. Макарошки надо варить 7-9 минут. Разноцветные. Уже почти доваривается. Как это будет выглядеть на тарелке? Нижний слой томатный соус, потом идут макарошки. Сверху опять томатный соус, посыпаю пармезаном, ставлю сверху кусочек рыбки и сбоку до себя овощи. Для меня сегодня это капуста бок чой. Можно без капусты. Рыбу можно заменить на мясо, кто ест по вечерам мясо. Вот мне к вечеру лучше хочется рыбки. И есть бутылочка розового полусладкого, тоже подойдет. Соус, макарошки, сверху опять соус, пармезан, сверху становится рыба. И пармезана осталось совсем чуть-чуть, еще на один раз на спагетти. Итак, выглядит мой ужин сегодня. Пусть итальянцы едят свои спагетти или макароны сами по себе соусом, но вот я решила с овощами сделать. У меня есть кусочек рыбки, трески в томатном соусе, в ихнем томатном соусе, их макарошки, пармезан
Ну и для себя я сделала бок чой. Немного вина полусладкого. И вот такой скромненький вкусный ужин. За минут 15. Заходите в гости, не забывайте. Я частенько что-то готовлю. Обеды, ужины. Классику, что-то оригинальное. И до новых встреч на моем канале.